Антон, для молодежного журнала «Земля и глина» скажи, вот тяжело быть сыном художника? Не совсем, я думаю. Я думаю, что совсем даже нет. Совсем даже нет. Но папа, правда, прививал мне все это искусство. Я ходил в клуб юных искусствоведов в детстве. Поэтому большой такой... Занос тебе сделал. Занос есть, да. Есть у меня давний друг, столько не живут. Зовут его Андрей Георгиевич Бельжо. У него волшебный ресторан, и не один. У него волшебные друзья по жизни вообще. И он сам, гадюка, вот сегодня мы его ждем, а он еще не пришел. У нас есть повод оттоптаться на его сыне, который, в общем-то, и является источником сегодняшнего вечера, потому что он снял 30-минутное кино. И забегая, скажу честно, без обиняков и без всяких гнусностей, да, кино мне понравилось. То, что нравится мне, большинству присутствующих в зале не нравится. Ну, сейчас не надо продавать кино, его надо посмотреть. Но перед тем, как посмотреть, у нас сколько еще до 10:00? У кого там хронометраж? Полторы минуты. Вот полторы минуты меня потерпите, а дальше начнется проекция. Мы находимся в мастерской, в студии Михаила Королева. Здесь бушуют обычно холодки. И по средам здесь один из холодков под названием там «Карлик» показывает кино. Это называется «Знатокин-клуб». А мы на него показывать пальцем не будем. А пальцем на карлика покажет, ну, только ленивый не покажет на карлика пальцем. Значит, ребят, смотрим кино, к нему относимся, а после этого спорим до хрипоты и веселимся как можем. Давайте все-таки на Антона посмотрим, потому что надо знать. Антоша. Welcome. А режиссеры перед фильмом обычно говорят что-то. Скажи им, что положат. Спасибо. Приятного просмотра. Не слишком парьтесь, потому что, в принципе, мы решили вот с Юрой, что это все-таки позитивный фильм. Это кинокомедия! Сейчас все напьются, да, это хотелось бы. Сейчас, по глоточку, ребят, и собираемся. Нана Абдрашитова. Браво, художник, выйдите, поклонитесь, чего вы? Тут все свои, тут никого не надо опасаться. Ура, Наня. То, что фильм художественный, вопросов-то не возникает, да? Да, то есть... Есть Паша Емелин, с которым мы вообще все это задумали, придумывали и начали. Паш, выйдите к нам! Мы должны видеть этого человека. Вот соавтор мой вообще. Именно он предложил, кстати, сделать из фотофильма, который мы делали. Вот на мастерской было задание такое, фотофильм, из фотографии сделать фильм. Бездиалоговый, черно-белый. И я вот сделал про женщину, которая подстрелила летающего мужчину. И он сказал, что можно сделать фильм, и мы стали, вот это делать. И вы его сделали? Да, и мы его сделали, да, в том числе и, да, и вот Паша Емелин. Опять. Паша Емелин, можно пожать вашу руку, Паша? Спасибо, потому что... Я еще хотел очень важного представить главную актрису, это моя жена. Да. Вот оно с чего начинается-то, да? Вот они карьеры где. Да, это ее первая роль, Люся Круглова. Браво, кстати. Кстати, актерские, ребят, я два слова встряну, потом буду не мешаться. У меня так получилось, что я посмотрел три фильма Никиты Сергеевича Михалкова. Ты
Я уже раз, я писал про это, да? И после этого у меня позитивно, вот Антон любезно принес копию, и мы посмотрели здесь вот вдвоем, по-моему, сколько, втроем мы посмотрели эту копию, и я понял, что, в общем-то, все про кино-то рано хранить, объективно, потому что вот при всем, при том, что довольно сложный, на первый взгляд, киноязык, вот, вот все-таки для того, чтобы въехать, нужно нарочитая медлительность, и вот, вот ты все расскажешь, да? А в сравнении с производством «Метро», с которым я отношусь к глубокому уважению, там, как личности художнику, да, ну, нету сил у меня вот противиться его, мощности его личности. Но все актерские работы Никиты Сергеевича пересолены до той степени, что вот лаконичные вот эти лица людей, актеров, которые, ну, практически не играют, они играют, выдают... Я много. Ну, у нас просто была, может быть, легче задача, может быть, сложнее, потому что мы хотели немое кино сделать, там не надо ничего говорить. Да, и тем более черно-белый. А чего? У Ливьеров-то как-то так, кое-как, ну, срасталось, да? И до сих пор прибытие поезда, вот, я помню этот эпизод, при мне снимался еще один из бульвара Капуцинов, когда приехал поезд, и ковбои начали шмалять в экран. Сам шмалял, помню. Ну, вот и была актерская задача, но как у вас исполняется? Ребята, на самом деле я в восторге от того, что вот так нарочито долго, нарочито даже нудно иногда, люди рассказывают историю, и она видна. Сколько, кстати, стоило, расскажи? Ну, в районе как раз вот миллиона. Чего? Рублей, да. Рублей. Я хотел бы поблагодарить. Замечательная работа актерская, режиссерская, операторская. Сценарная разработка мне, может быть, понятна, но не совсем. Я хочу вот что спросить. Вы в процессе всего фильма несколько раз людей оставляли в дураках, которые смотрели. Я объясню, что я имею в виду. А вот эта история с яйцом, она, конечно, гениальна, потому что я думал, хорошо, если она в положении, значит, прошло 9 месяцев, как-то ничего вокруг не изменяется. Вдруг появляется яйцо, которое показывает, что все это происходит в одном сезоне. И самое главное, вот единственный у меня вопрос, вот что за волосы на стене и что это такое было? Это взгляд откуда? А так, ну, показали мечту, и, кстати, это вообще-то социальное кино, потому что понятно, что у людей есть мечта вообще улететь отсюда, кедрини и фени. Антош. Насчет яйца и сезона, мы специально снимали вторую часть, это первая часть была зима, вторая была весна, там все растаяло, так что мы специально растянули все это, но, может быть, это не очень заметно. Насчет волос, это тоже специально, ну, чтобы была какая-то часть арт-хаусности в этом фильме. Ну, какого-то вопроса. А про яйцо расскажи, про кровавые ножницы. Просто красиво выглядела вот кровь на яйце. Относительно волос, я сейчас вас научу, как отвечать на вопрос про волосы. Вы говорите теперь после моего ответа так, значит, волосы — это самка вьет гнездо, собирает тростинки, волосы, так, вьет гнездо, ну, птица, да? Ну, ты понял, что теперь отвечать про волосы? Не говори, что артхаус, ты говори, вьет гнездо, это моя концепция, так говори тебе, понял? Это реальная история. Женщины не хотят нас видеть, мужчин, в своей жизни. Они хотят бэйбика, заботиться, любить его. Но они, мы им не нужны иногда. Но есть такие, которым мы нужны. И такие отстреливают. Вот о чем твое кино. Ну так чего, ребят? Вот мне кажется, вот я хотел бы поговорить про киноязык, который прост. Вот я думаю, что как-то вы хитро... Может, партнеру скажешь, как он про волосы, может быть, расскажет, потому что, честно сказать, вот то, что был заплетык какой-то в понимании, а что это такое? Это темная какая-то, вот лобковая какая-то вот растительность? Вообще сейчас принято брить, да?
Это, наверное, правильно, что это гнездо, потому что мы очень долго говорили. Антон просто стесняется, но на самом деле у нас некий был образ. И это достаточно грубо звучит, но мы говорили, что пизда заросла. Ну как, главное было просто придумать, что все в обратную сторону, и все. А дальше мы тащили эти волосы. Да, ну как, нормально выстроили такой небольшие стеночки и тащили эти волосы изнутри. Я скажу так, коллеги. Фильм о тяжелой суперрусской женщине. Пока мы нахер с вами тут летаем, ну или делаем вид, они кладут дороги, они протягивают кабели, они всю эту нахер конструкцию держат на себе. Помножено еще на идиотизм этой жизни поселка Смена, сам из такого городочка. Поэтому я представляю, каково вам, дорогие женщины. Я вам очень сочувствую и, в общем, преклоняю колени перед вашей нелегкой судьбой. Расскажи, как детство-то прошло? Детство прошло в таких мечтах в основном. Да, такой вот был троечник в школе в основном. Ну, непонятно было, точные куда меня... Не ниши. Ну и гуманитарные, кстати, тоже у меня как-то не очень. Было все на три, да. Так. Ну, я забегаю и скажу, что кино-то как-то про это не говорит. Хотя вот тут очень трудно узнать, потому что там, говорят, Эйнштейна были проблемы с успеваемостью. Ну, я не Эйнштейн, нет. Пришла беда, откуда не ждали. Папа, иди сюда, ответь за сына. Значит, я тебе могу сказать, что больше, ну как бы, людей, которых не понравилось... Нету. Нет, не ушли даже, потому что даже ушедшие... Они хоть бы их было подавляющее большинство, мне все равно на это как-то... Я давно уже понял, что если большинство не любит, значит, это хорошо. И еще одну вещь я понял из фильма про Сержа Генсбора, где ему его продюсер говорит, если твоему папе нравится то, что ты пишешь, эти песни, значит, эти песни говно. И представьте себе... эти слова из фильма вдруг дошли до моего сердца. Я понимал раньше, что это, наверное, так, но когда они вербализированы были, вот тогда эта мысль как-то проникла глубоко. Роман Лобашов, журфак МГУ. Собственно, у меня вопрос такой. Я хочу немножко спуститься на землю, потому что, мне кажется, мы немножко поднимаемся в небеса. Ну да, как, собственно, в фильме хочется лететь, но я хочу ходить. Вот у меня вопрос такой. Мне не хватило, может быть, это была задумка режиссера, мне не хватило осознать, почувствовать, понять, что эта женщина чувствует к этому мужчине. Во-первых, в жизни никогда не понятно, любовь это не любовь, не любовь. Так, поэтому и наш фильм такой, потому что никогда не понятно, любишь ты человека, не любишь. Сегодня любишь, завтра не любишь, и это так. Не думали о жанре, потому что ну, мы сами снимали, вот сами как захотели, вот так и снимали, поэтому планы такие долгие, занудства. Хотелось, потому что ну, денег мало, все-таки изнасиловать зрителя. Эксперимент был в том, чтобы поставить людей на такую грань, когда они сами решают немножко, ну, вот как относиться к этой вот жизненной ситуации. И это смешно или это трагично? Жесткий режиссер, ужасно жесткий режиссер. Да, Антон ужасный тиран на площадке. Что сказал мастер курса Хотиненко? Я был на стороне от просмотра, Хотиненко был в восторге. Он хохотал, смеялся, хлопал в ладоши, как ребенок. И очень хорошо думал. То есть вел себя, как я, дурачок, да? Да, и то же самое и Хенченко. Приятно. Ой, ребят, я еще раз скажу по поводу фигни. Я разговаривал с одним хлопцем, который, в общем, определяет себя, и небезосновательно могу сказать, он определяет себя таким лидером мнений в большой такой части интернетской среды, который сказал, что занудство, это все херня, все это про никого, про ни про что, зачем так долго, зачем... Еще что-то мне говорил, чего даже не уложилось в памяти, по воспоминаниям. Я понял, что вот ура, что у нас не одни, во всяком случае, про кино не одни лидеры мнений. Их они кучкуются как-то в одной точке как-то вот в направлении своих желаний, высказываний и симпатий. Но все-таки я предлагаю всем присутствующим иметь в виду, что лидеры мнения это вот те козлы, в широком смысле я понимаю, которые ведут отару на убой.
Значит, ты пеленочный ребенок или памперсный? Это важный вопрос. По-моему, я пеленочный. Я помню. Пеленочный, да, наш, в общем, да, наш такой, стариканский. Пеленочный, да. С большим вниманием посмотрел картину. Я понимаю, так сказать, те мысли и те желания режиссера и оператора, которые были вылиты, и что хотелось вылить, и не получилось, и вот вроде надо было больше, но есть рамки, есть формат, есть камера, есть пленка, там есть бюджет и прочее, прочее. А мое личное мнение такое, значит, снимался, это мое частное определение, с мнением «Единой России» не совпадающее, абсолютно. Значок могу показать. Значит, снимался анекдот. Простой вопрос, а может непростой, а может быть неприличный вопрос, да? Вот вы как критически относитесь к своей собственной работе, что вы из нее вынесли, и что вы предполагаете сделать в следующей работе? Вот можно такой вопрос задать? Ну, для нас, то есть это было интересно делать, это был эксперимент, и ну, я вот признаюсь, я, то есть все, вот, ну, все там три короткометражных фильма, которые мы сняли, они похожи на анекдоты, но такие, знаете, которые рассказывают зануда, и когда вот смысл уже пропадает, вот, и как бы буксует уже, и становится немножко так, ты уже смотришь, а кто это рассказывает, вот, а что это за человек, и как бы уже хочется уйти с одной стороны. Это, наверное, специально, я не знаю, выльется ли это во что-то, но просто делать, ну, анекдот или просто какую-то законченную такую историю в жанре или со смешным сюжетом было не очень интересно. Хотелось немножко сломать там изнутри. Извините, да, тоже хочется сказать, добавить одну вещь, что все замечания абсолютно, ну, справедливые в духе, ну и как бы по правилам правильной драматургии. Конечно, понятно, что хочется, да, линейный, даже не линейный, а просто даже в рамках анекдота. Это правда абсолютно правильные замечания, мне кажется, и как бы поэтому они по сути абсолютно, ну, справедливы, правда. Но мне кажется, что ключевое как раз слово произнес Антон, когда сказал, что это зануда, рассказывает анекдот. И вот мы тоже такие зануды, вот все сидим и вот так вот смотрим. И суть даже не в том, что зануда рассказывает занудно, а он в какой-то момент даже забывает, чем закончился этот анекдот. Он помнит только начало. Да, но вот очень важно не сбить себя вот в абсолютный художественный какой-то поиск, который может ветвиться и длиться годами. Мне бы очень хотелось, чтобы мой сын снимал фильмы прокатные и приносящие большие деньги. Но я отлично понимаю, что вряд ли он будет это делать, просто он по-другому устроен, собственно, генетика, как и я. И поэтому я обречен. Я обречен на то, что мой сын будет снимать то, что он хочет, и будут дискуссии, эти фильмы вряд ли будут приносить большие деньги. Вот. А возможно, он придумает что-то третье, когда он объединит и то, и другое, и будет снимать кино, которое будет умным, тонким, трагичным там, и так далее, но и коммерческим. Альмодовар сумел это сделать. Для меня Альмодовар – это эталон. И тогда вы будете прокатывать фильмы и зарабатывать на фильмах Антона. Я хочу пожелать своему сыну просто больших успехов и поисков, и найти себя. Твое кино просто пышет позитивом и по большому счету радует. Вот за... Давай с тобой выпьем, потому что бекос. Спасибо большое. И тебе спасибо.